Привет всем! Покажу вам, как разбирается вот этот вот привод модель KSEM440ADM от Sony PlayStation 1. Этот привод состоял в Sony от модели 5502. Для начала нам нужно снять вот эту вот заднюю крышку, подложку. Иногда этой крышки на некоторых приводах нету. Здесь вот обычно пишут KSEM440ADM, модель нашего привода. Потом нам надо раскрутить вот эти вот два шурупа и снять вот этот вот защитный корпус, который защищает наш лазер. Чуть-чуть нажимаем вот в эту сторону на себя. И вот здесь вот защелка тоже у нас как бы отзащелкивается. И потихонечку тянем вот в таком направлении. Чуть-чуть приподнимаем и вытаскиваем. Сняв защитную крышку, мы видим здесь лазер. И здесь есть лодочка на магнитной основе, которая поднимает вверх-вниз лазер для считывания данных. Также у нас есть здесь каретка, которая двигается вправо-влево. Также есть шестерни. Не рекомендую сразу его сдвигать вправо, так как можно сорвать вот эти вот зубчики, которые у нас передвигают вот эту каретку. С задней стороны у нас есть мини-моторчик. Вот его мы будем снимать в первую очередь. Нам надо открутить вот этот вот винтик маленький, чтобы освободить сначала мини-моторчик. После того, как мы сняли вот этот вот мини-моторчик, теперь у нас салазки ходят очень легко, свободно. Для того, чтобы снять вот эту вот белую пластинку, нам нужно приподнять с правой стороны и сдвинуть ее в правую сторону. Потом нам нужно сдвинуть каретку и вытащить вот эту вот белую пластинку. Все, теперь мы можем снять вот этот вот лазер полностью. Вот и все. Так очень просто и легко. Так вот у нас выглядит сам лазер. Здесь у нас выключатель. А здесь у нас вот припаян как раз вот сам лазер. Здесь луч проходит вот здесь вот через зеркало и попадает вот в эту линзу. Через эту линзу лазер считывает информацию через вот этот вот шлейф. Также у нас здесь резистор и вот такой вот маленький конденсатор серенького цвета. Давайте посмотрим, что находится вот под этой вот крышкой. Эта крышка держится за счет вот этих вот зубчиков с левой и с правой стороны. Их нужно как бы открепить. Берем пинцет. И все, аккуратненько мы ее снимаем. Вот так вот выглядит сама головка лазера. Очень интересно. Но дальше я разбирать не буду, так как здесь для того, чтобы разобрать, нужно шлейф отклеивать. Здесь вот у нас вот может быть приклеено, это все надо будет отпаивать, все нужно будет отсоединять. Для того, чтобы вообще снять вот эту вот как бы площадку, нужно здесь вот распаивать шлейф. Здесь 4 контакта, которые припаиваются. После того, как мы отпаяем первый слой здесь шлейфа, мы сможем тогда вот это вот снять.
Здесь у нас есть три винта. Они здесь, вот это вот как раз каретку, которая двигается лазер вверх-вниз, держит. И когда мы открутим, можем уже будем снять ее. Что по поводу вот этого вот большого моторчика. Моторчик это снимается очень легко. Здесь вот есть вот отверстие, где откручивается шурупчик маленький. И вот здесь вот шурупчик маленький. После он этот моторчик вытаскивается и все. Разобрать-то мы разобрали, теперь давайте соберем его полностью. Так, поставили каретку, дальше вставляем вот эту вот белую полоску, сдвигаем вправо, опять приподнимаем вверх и опускаем. Все. Ставим на место маленький моторчик. Защитную крышку также в том же обратном положении вставляем сюда и вот в правую сторону защелкиваем. Вот, в принципе, вот так вот разбирается и собирается наш привод от Sony PlayStation. Все легко и просто. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!